Так, друзья, продолжаем с вами проходить мир Сейдж. Вернул свои сейвы после того, как переустанавливал винту. Кто, кстати, не знает, если бывает такая штука, вдруг кто-нибудь винду будет переустанавливать. Блять, я уже забыл, как тут. А, на альт. А, может быть такая вещь, что у вас... Блять, да что ж такое-то? Могут слететь сейвы, просто нужно будет переименовать файл с сохранениями. Либо на save.dat, как вот у меня, либо на имя своего пользователя. Блин, началось сразу же падение. Я что-то забыл, что мы здесь остановились. То ли чекпоинт неправильно засейвился, все заново. Пиздец. Снова бухнулись. Бля. Сейчас они прилетят, сейчас мы устроим сюрприз. Они пробежали. За нами еще бегут, за нами еще бегут. Но мы тоже бежим. Походу они от нас отстали. Так. Детишки тогда проходили. Я сколько не ошибаюсь, если нам туда. Да, все правильно. И хоп. Все. Отлично. Отлично. Вызываем Лифтусю. И валим отсюда подальше. Если не ошибаюсь, именно здесь будет миссия, где... где мы будем прыгать, бегать на очень большие высоты. Так, да, так, да, продолжит. Почему вот это место? Я про него, блять, как раз таки вспоминал. Это сущий рай. До тут добраться. Так, ну, с чего начнем? Так это, наверное, по-моему, если не ошибаюсь, вот здесь. Нет. С чего-нибудь начнем? Может, где-нибудь вот здесь. Я просто помню, что это, чтобы сюда забраться, это нужно, блядь, реально постараться. Я ведь не помню.
Без братишки, без братишки. Так. Полный пиздец. Ага, во-во-во, все правильно. Так, вот сюда вот. Потом вот сюда. Угу. Значит, потом вот сюда. Вот сюда. Текс. Теперь бежим вот сюда. Это надо, знаете, скринчик сделать сейчас будет. Ну ладно, скринчик мы сделаем, конечно, попозже. Чтобы... Так. И чё? И чё, блядь? Я ж спокойно... А, я ж просто бежал. Нормально вообще. То есть, по сути, мы сейчас ничего не сделали. Уа-а-а! Блядь. Доигрался. Так, давайте еще разочек. Благо, что здесь есть сейвы. О, о, ох как, ох как. Наверное, все верно я сейчас сделал. Нужно вот туда вот. Куда еще посмотрел? Все правильно туда. Опа! Есть! Так, ага, ага. Опа! Да, сегодня паркур будет, конечно, сами хардовый. Нет, 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 бля. Это я что-то сложал сам уже. Собственные персоны. А, ну все правильно, значит автоматом уже сюда кинул. Туда, куда нужно. По-моему, если я не ошибаюсь. Потому что если я ошибаюсь, нас бы сюда не кинуло. Так. На самом деле уже не так-то и сложно даже. Так, ну здесь-то мы были, значит, нам точно не сюда. Наверное, нам нужно вот, вот на тот. На ступенечку, бля! Что-то я сегодня, блядь, по-дикому лажаю. Также вот начал записывать Battlefield Bad Company. Сейчас сыграю. Вот по тройке, может, даже в батле будет видос. Просто, ну, в четверку уже все играют. Правильно, то есть, а вот в тройку Bad Company уже некоторые забыли. Это истинные фанаты не забыли, как я. Вот, но, как я сказал, там зайдя, я потерял свой аккаунт. Почему-то мне не получается у него идти. Вот не получается и все. Лажа полная, блядь. Давайте попробуем все-таки спрыгнуть. Что-то здесь не то. Тихо, фейтушка, тихо. Мы тут все-таки с тобой сейчас. Наверное, знаете, что нужно сделать? Я, кажется, понял. Нам нужно... Блять. Нам нужно было пробежать и оттолкнуться. Сейчас покажу, как это выглядит.
Да-да-да-да-да-да-да. Все. Так, Фейт. Сейчас будет великий прыжок. 3, 2, 1. Давай. Е-ха, бля. О, да ладно. Да почему? Куда там прыгать? Может, не туда? Может, нас перевесить должно было куда-нибудь. Давайте осмотримся тогда. А, во. О, фигаля. Какие-то. Знаете, я просто скринчу еще здесь, поэтому. А потом придется, по-моему, с этого здания спускаться. Смотри, ты лезешь как дурак. Лезешь, а потом хоп, и, блядь, все спускаешься вниз. А теперь туда нам точно не попасть, потому что на то есть свои причины. Куда-то сюда, по-моему, если я не ошибаюсь. Если я, конечно, не ошибаюсь, что вряд ли. Или... Бля! С ней! Давайте спрыгнем. Может, нас засейвило в том месте, где я думаю. Да, именно здесь. Да, все верно. Бежим дальше. Бежим. Значит, не сюда. Я вообще что отсюда пошел? Если нам вот сюда. Потом. Потом здесь мы были. Значит, каким-то боком. А, вон. Блять, конечно, с такой высоты ссыкотно будет упасть. Потому что вы смотрите, это же... Это же пиздец, ребят. Она так встала, замерла. Тим. Так. Так, давайте. Вот и все. Оп. Все, ребята, мы прошли. Сейчас я парочку скринчиков сделаю. Так. Закроем, пожалуйста, дверку. Угу. А, мы закроем. Так. Такс. Ну, блябочка Миррорса. Зеркальное яйцо. Ну, Миррор. Зеркало. Миррорс. Зеркало. Яичко. Если не ошибаюсь, это то самое место, про которое я думал.
И это, ребята, трэш. Трэш — это поломание пальцев, костей. Вау! Вау! Я сделал даже себя погромче. Фейт не надо. А, да, наверное, надо было. Да, промахнулись снова. Здесь, по-моему, причем надо будет потом спускаться. Так, ребята, сейчас начнется такой трешак. Это пиздец. Что сейчас будет твориться? Мрасина Эйдж. Ох, ребята. Я вам так скажу, без шуток. Как я сказал, начинается полный жестяк. Блять, я думал, здесь двери есть. Я помню, их всех прибивал, по идее. Да я же даже круг сделал. Один хер. Ой. Ой. Ой, блядь, нет. Сейчас пушку не отнимем. И будем их расстреливать всех. Так, нам еще пушка нужна. А вот она. Ты ж, может, все-таки продолжишь? Да, благодарю, конечно. А вообще, я сейчас записываю. Я сейчас занят. Так, у нас летит еще двое. ФБРовцы бежит. Сейчас мы им тогда устроим вот с этих вот подствольничков, ребятки. Дельно.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ух ты, жук! Нихера себе! Тихо. Ничего себе у него там мощь. Блять, они там что, целый отряд, что еще? К нам гости. Я-то думал, все, хер там был. Тут еще как минимум целый отряд. Ну куда идти нам надо? Сюда что ли? Все, ребят, мы прошли эту миссию. Вообще, на самом деле, миссия была вроде как несложная. Looking glass garden. Кейт. Кейт. Фейт? Тише. Фейт. Фейти, я не верю, что ты сделала все это. Я кое-чем тебе обязана, Кейт. Да, немножко. Вот, возьми. Это Мерк, он друг. Он выведет тебя отсюда. А я пока отвлеку копов. Я обязательно вернусь к тебе, хорошо?